И сегодня активисты собрались под зданием Суворовского суда, чтобы выразить свой протест судьям-коррупционерам. Речь идет о судьях Шипитько, Бобовском и Лупенко. Все они в разное время, по убеждению активистов, были замешаны в крупных скандалах, связанных с получением взяток. В сети также есть видео, на котором Шипитько якобы берет деньги, и за это его задерживают силовики. Активисты возмущены тем, что правонарушители не только не отбывают наказание, но и продолжают работать. Ссылаясь на это, общественники говорят о необходимости создания в Украине специализированных антикоррупционных судов. Меня возмущает то, что на данный момент в этом суде работают три судьи, которые были пойманы на взятках. Это Шипитько, это Бобовский и Лупенко. Три судьи. Один Шипитько был в 2015 году пойман на взятке, сам себя писал полгода. Есть видео, как он берет эту взятку. И два года система не может избавиться от него. Его один раз отстраняли, потом второй раз отстраняли, и он опять через суд возвращается. Просто эта ситуация уже настолько возмущает, что этот суд стал каким-то пристанищем для коррупционеров, получается. И я считаю, что их надо, что им не место здесь, и им надо срочно подавать в отставку, увольняться, потому что иначе мы вынуждены будем блокировать этот суд и не давать ему работать, пока они не уволятся, эти судьи.